Встречающая, это скрипмеханика, и мы продолжаем выживать на этой чудной, славной планете, которая похожа на планету Земля. Но здесь, на этой планете, живут только детки, старые детки, которые занимаются рабовладельчеством. Сегодня не об этом, сегодня мы займемся космосом. Будем делать реактивный двигатель. Дай бог, мы сегодня хотя бы один да смастерим. И как раз 20 нам нужно, чтобы сделать десяток таких. А таких блоков нам нужно, смотри, сколько на реактивный. 40, 40, десятку у нас будет, нам еще 30 нужно. Короче, тут капец сегодня будет, что? Чтобы нам достичь наших целей, нам придется воскресить что? Правильно, вот этот чудный трактор. Это у нас лесопилка и гороломальня. Или камнедобывалка, и кому как угодно. Она, конечно, уже виды повидала, потому что на нее и роботы нападали, и там кое-что подстреляли. Но сейчас мы будем оживлять нашу чудо-старинную технику. Значит, нам нужно колесо прикрепить сюда обязательно. Все недостающие материалы у нас есть, потому что мы разобрали в прошлой серии трактор. Мой драгоценный трактор. Вот все, что от него осталось, это, конечно, двигатель, бензик мы забираем и колесо, которое нам необходимо. В принципе, вроде бы все. Колесо втыкаем. Хотел сказать, двигатель вставляем, но двигатель-то у нас, по-моему, сохранился. Вот, смотри, второго уровня. А этот двигатель у нас какого уровня? А, это электродвигатель. Тьфу ты. Так, подожди, кажется, я не то колесо прикрепил. Блин, это здоровое колесо. Маленьких-то у меня нету? Не, маленьких нету. Черт, желудок сводит, надо пожрать. Ням-ням. Че, получается, нам еще и колесо делать маленькое нужно, да? Металлического блока не хватает. И воска пчелиного тоже не хватает. Значит, задняя ось у нас будет на здоровенных колесах. Плюх сюда, здоровую колесяку. И сюда, во. Что еще нам нужно сюда? Конечно же, сиденье. Сиденье у нас тогда свистнули. Куда я сунул бензобак? Точно, он же у меня в лифте стоит. В лифт, срочно в лифт. Сим-сим, откройся. Спасибо. Значит, забираем вот это. Не знаю, сейчас началась передача. Собери из несколько рухлядей одну нормальную рухлядь. Втыкаем бензобак. Вот и чудно. Сидуха. Но сидуха нужна нам не простая, а рулевая. Что там по сидухам, что там нужно на нее? Где она? Вот эта вот сидуха. Ну, десятку хлопка я точно не наберу. А тут что? Блин, да хлопка-то я не доеду, у меня ж нет колес сейчас, вообще никаких. Точнее, сидухи нет, колеса-то есть. Так, пошли к деду. Капец, сколько тут труп валяется. Ужас. Все это же надо собрать. Столько моих трудов тут посерено. Ну, зато центральная труба стоит. Ничего и не сделалось. Дед, мне нужен хлопок. Есть у тебя хлопок? Нужно 3 банана. Точнее, 3 коробки бананов. Ой, я не умею выращивать бананы. Извини, старикан. Че, придется на своих двух бежать за хлопком? Ну, прогулочки нам не помешает. Давненько я на своих двух не гулял. Заодно, может быть, и воск найдем. Знаешь, когда вот такие вот стенки тебе встречаются, ты думаешь, как же через них перебраться? И ты такой вспоминаешь, хорошо, что я механик, у меня же есть подъемник, у меня же есть древесина. Все, мы покорили эту гору. А вот, кстати, и мед. Это наша награда. Фух, наконец-то я дошел до хлопковых полей. Пойдем собирать скорее. Собирать будем много, потому что мне еще нужно шить новые костюмы, которые я нашел. Ну и к тому же нам еще нужна и сидушка. Поэтому мы собираем на сидушку, на костюмы и еще на запас, чтобы осталось. Как-то давным-давно мы отсюда дедулю забирали, а здесь новый появился. Прости, старикан, но сегодня я пешком. Фух, настал рассвет. Всю ночь тут собирал этот хлопок. Насобирал я сколько? Плюс еще там, по-моему, 3 лежало у меня в загашнике. Так что хлопка у нас теперь дофигища. Что-то не таким я себе возвращение домой представлял. Как приятно, когда ты возвращаешься домой, а тебя тут встречают всякие вот такие вот жестяные банки. О, и здесь тоже стоит. Прикинь, прибегай домой, у меня тут этот... Мой трактор хочет от меня сбежать. Фух. Надеюсь, что его не повредили. Вроде все пучком. Выгружаем сюда хлопок и делаем сидуху. И одновременно еще закидываем... Наши новенькие чертежи. Давай золотой закинем, посмотрим, что там.
из него сделают. Седуха готова, вон она. Отправилась сюда, забираем и ждем закройщика. Сколько там еще ждать? 4 секунды. Один и... Да. Распаковать. Перчатки. Да ладно, перчатки. Подожди. Новые перчатосы. Где они у меня тут? Вот они, зелененькие, навороченькие. Были вот такие вот, ну, болотного цвета, да? А теперь вот такие, такого изумрудного цвета. Ну, последняя распаковочка на сегодня. Футболка ГС. Топливо, топливо, топливо. Что в переводе? Такая себе футболочка. Ну что, пойдем. Так, Седуху, куда бы ее впендюрить? Так же бочком, как и раньше. Подводим контакты. Подключаем двигатель. Спустил свой трактор. Сейчас будем заводить. После... Стой! Подожди! Куда ты поехал? Стопэ! Черт, не тормозит. Поворачивать-то поворачивает. Что-то с двигателем у нас какие-то проблемы. Потому что колеса не подключены. Дуреха. Ладно, сейчас с горочки спустимся. Как говорится, заведем с толкача. Также нам еще нужно подключить бурильную установочку. Садимся и... Все, кажется, едет. Отлично. Я уже вижу камни. Сразу же едем к ним. Куча роботов, конечно же, сразу же норовит нас тут загрызть. Но сейчас мы их загрызем, а не они нас. Иди сюда на нашу бурильную установочку. Блин, то проще сделать вот так. Одного компонента не хватает на прокачку. Ну ладно. Пойдем-ка попробуем он того же бахнуть. Может, у него компонент вывалится. И нам подфартит. Компонентик, компонентик, пожалуйста. Да, прикинь. Вот это удача. Она нам улыбается сегодня. О, всяко поживее стали ездить. Короче, слишком неповоротен наш этот механизм, поэтому я разбираю пилы. Соответственно, у нас появились дополнительные подшипники. Их я пущу на поворотную ось заднюю. Надеюсь, что так будет рулиться лучше. Сейчас проверим. О, вот это маневренность. Всяко лучше, чем было. Фух, запарился я и на сегодня что-то капец. Вот это вот сейчас вручную доломаю. О, здорово. Что это, ты мне помочь решил, что ли? Нифига себе. Вот это удачненько я решил их поломать. Два железных стержня. Короче, набрал я, значит, железяки на сколько тут? На 150. Едем все это переплавлять в блоки. Итак, как ты думаешь, сколько у нас чего там получится? А, сперва нам нужно железо закинуть сюда. Теперь из этого железа мы делаем металлический блок 2. Все, теперь у нас есть реактивный двигатель. А, блин, приборщил я немножечко. Я же еще вот эти блоки не сделал. Значит, нам нужно раз. Воды не хватает. Интересно, у нас здесь есть вода? Черт, надо за водой бежать. Снимаем, значит, нашу канистру. О, ну вот, приехали. Остатки трубы отломились. Прицепляем, значит, канистру сюда. И все сразу же качается. Все, 20-ки нам хватит. Пускай она тут пока накачивается, а мы пойдем производством заниматься. Доделываем еще два блока, и нам этого будет достаточно, даже еще на один хватит, ну и пусть будет еще один. Да, смотри, сейчас мы сделаем этот реактивный двигатель. Ух, надеюсь, что нам одного хватит, чтобы поднять нашу жирненькую попку. Выбежал такой, смотрю, мне кажется, трактор хочет сбежать. Стопенечка. Никто никуда не сбегает. Ну что там, двигатель готов? Готов. О, только что по трубам отправился сюда. Вот он мой сладенький мой двигатель. Чтобы этот двигатель у нас заработал как надо, нам нужно выключить двигатель, забрать Седуху. Оу, что творится с колесами? Давай, короче, колеса уберем. Ставим, значит, подъемник на крышу. На него цепляем наш двигатель. Можно как-то? Ух ты, нифига себе, какой он здоровый, ты гляди. Короче, мы делаем с тобой обычную ракету. Теперь мы поднимаем всю эту конструкцию наверх. И нам нужно быстренько это убрать и поставить туда двигатель. Вот так вот. Все четко у нас получилось. Ставим теперь наверх кресло. Наше летное кресло. Кресло посерединке не ставится. Ну ладно, пусть так. Подключаем это все к нашему двигателю. Двигатель, естественно, надо заправить. У меня тут есть 5 литров. Если топливо кончится, то мне кобзда будет. Кстати, смотри. Там внизу сопло свое расположение меняет, когда я триггер вверх-вниз поднимаю. Давай, короче, наполовинку поставим. Садимся, значит. И... Оу, я сейчас в крыше дырку сделаю. Понятно.
Этой мощности недостаточно, давай побольше поставим. Ну-ка. Чё-то вообще нифига. Пойду за компонентами сбегаю, сейчас апгрейдим двигатель. Так, все, я схватил компоненты. Ставим такую мощность, проверяем. Не, нифига. Вы что, хотите сказать, что один двигатель не может поднять мою попку? О-о-о, что-то начинается, что-то начинается. На миллиметрик смотри, можем спокойненько подняться, и это уже радует меня. Давай уровень мощности поставим на предпоследний. И посмотрим. О-о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 -
Круто! Какой классный двигатель-то, а? Топливо кончилось. Давай мощность поднимем до максимума и заправим 20 канистр топлика. Поехали вверх! Вверх и только вверх! О, там боты появились! Фига себе, вас много тут, ребят! Но я полетел! Не важно, что я не лечу, а кручусь вокруг своей оси. Это не важно. Главное думать о полете. Короче, решил просто седуху поставить на двигатель и посмотреть, что из этого выйдет. Как далеко я улечу. У-у-у. Уже повеселее стало. К сожалению, до Гагарина мне еще далеко, в космос я не улечу. На одном-то двигателе. Ладно, забираем свою рухлить и пойдем посмотрим, сможем ли мы сделать еще один двигатель. У меня еще вода закончилась. Ну что за день? Туда-сюда шмантыляешься, как бешеная пчела. Но радует одно, что у меня вот тут вот уже водичка набралась. Сейчас я ее отсюда заберу. В принципе, блин, нафиг этот водопровод. Мне и так удобно сбегать, забрать водичку и наверх поднять. Ну что, поскольку у нас имеется два двигателя, мы сейчас будем делать поворотные механизмы и, соответственно, небольшую летную площадочку. В общем, как я выяснил, нет такого сиденья, которое бы могло управлять вверх-вниз. Ну, то есть для пилотирования каких-нибудь летных конструкций. Нет таких седух. Есть только влево-вправо. Чтобы управлять вверх-вниз, нам нужно подключать какие-то триггеры. А триггеры это не наши. Ну, в общем, как-то так. Блин, двигатель надо апгрейдить. Вроде бы все стоит как надо. Бежим за топливом. 20 топлива на каждую турбину, итого 40. Кстати, эти турбины нереально много жрут топлика. И это, я тебе хочу сказать, не очень круто. Ну-ка. Оу-оу-оу-оу. Что не так? Что не так? Почему в бочину меня клонит? Немножечко увеличил платформу, надеясь на то, что так будет лучше. Давай еще разок. Ого, мы летим. Только как-то не так. Оу, нормально так. Оружие об камень. Взлетаем. Не-не-не, в другую сторону, пожалуйста. Вроде нашел более-менее ровное поле. Взлетаем. Не-не-не, только не туда. О, это будет капец, как сложно. Последняя попытка на сегодня. Так. Летим. Не в ту сторону. Оу-оу-оу. Знаешь, похоже на какой-то ховерборд. Только с реактивными двигателями. Ладно, еще попыточка. Давай. Блин, тут криво, капец. Вот тут вроде бы норм. Давай. Взлет. Мы летим, но косим. Давай. О, ну вот это уже был полет. Вот это уже нормально. Сколько топлива осталось? 18 канистр. Неплохо. Короче, я пришел к решению, чтобы нам быстрее добраться до космоса, нужно врубить все на максимум. Давай. Let's go. Давай. Мы летим. Красава. Мы летим и парим. Непонятно, правда, куда. Но летим. Давай. Вертушки тоже норм. Ю-ху! Мы все выше и выше. Блин, тяжело, конечно, управлять с двумя, но я лечу. Кажется, я лечу. Фух. Сколько топлива осталось? Давай посмотрим. Топливо у нас 12. На такой мощи у нас топляк очень быстро кончается. Короче, решил двигатели перенести вперед и назад и посмотреть, что из этого выйдет. Прикольная, конечно, идейка расположить вот так вот реактивные двигатели. Это получается, знаешь, мотоцикл на реактиве. Смотри. Кажется, у меня получилось. Я лечу. Лечу вверх. Ю-ху, я лечу. Но сейчас я буду падать. Короче, и таким макаром тоже можно летать, но все равно без 4 двигателей тут не обойтись. Еще 2 как минимум мне нужно сделать. Эта серия была посвящена... Ох ты ж, блин, это кто там такой дерзкий? Сейчас.
Расстреляйте картофаном. Ну что ж, эта серия была посвящена реактивному двигателю. Мы их сделали сегодня целых два. Думаю, что в следующей серии мы сделаем еще два. Я подготовлюсь, наберу ресурсы. Да дайте мне закончить, зафиналить. Долбанные роботы. И тогда мы точно полетим. Но на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай поставить лайк, если тебе нравится скрипт-механик. Лайк под этим видео, если что. И подписаться, если ты не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.